Так, ну это я еду стоя. Все-таки я дно так не сильно накачивал. Но если вот стоять и держаться веревками за ручку, лучше, конечно, положить небольшую эту самую фанерку. Так что только вот под свое место. И будет очень зашибись. Все глубины видны. Камни будут видны. Очень-очень здорово. Для двоих очень рекомендую брать лодку больше. 470-ю. Кокпит пошире. XL, которая. Ну и мотор, соответственно, 8-15 лошадей. Это я сейчас уже проверил. Вот это вот идеальная такая штука для наглых вылазок в одно рыло. На неделю, на две. Да и так просто на выходных. А вот для двоих это уже, я чувствую, нет. Конечно, можно, но как бы вот сами видите. Лодки всегда мало. Да и мотора всегда мало. Уже сейчас прокатился по заливу, тут 20 километров, и хочется восьмерку. С восьмеркой, конечно, или с десяткой эта лодка творила бы черти что просто.